Всем доброе утро. У нас тут с утра доставки. Мы вообще-то уже позавтракали. У нас и тортик был. Всякие разные салатики, фруктики. Но мы заказали блинчики, блин. А еще мы сейчас. О! А еще мы сейчас собираемся в Адлер. Погуляем. На сегодня хорошая погода, солнышко светит, хотя по прогнозу. Вот такая. Дождь. Главное, чтобы дождь не пошел. Да, смотри, с крабовыми палочками наш. Интересно, там уже есть сахар? Я взяла себе тунец, не знаю, есть ли сахар. Мне с красной рыбкой. Мам, ты с красной рыбкой будешь? Вот красная рыба. Маме тоже с красной рыбой. Ну, вот мы три взяли красную рыбу, взяли один тунец. Так, а это с что? Крабом взяли. А это что? Коктейль. И Джон Бекон показал себе. А я себе арбуз на такой коктейльчик взяла. Деловая. Мы выехали в Адлер, и вот такая вот пробка. Пробка очень долго длится, наверное, еще минут 40-50 точно по навигатору мы будем стоять в пробке. 7 километров. И даже читаем, кто-то пишет, что там написано. Всем привет со вчерашнего дня, со вчерашней пробки. Кого вчера не видел в этой пробке, всем привет. Узнали сегодня, что в Абхазии было наводнение. Вот, может быть, в связи с этим, не знаю. Но море, посмотрите, грязное. Если видно, вам желтое море. Вот, смотрите, видите разницу горизонтом. А мы не знали. Мы уже выехали и потом смотрим. Вот такие видео, в общем, попадаются, что в Абхазии наводнение было. Мы даже не знали. Ну, мы как бы, да, не в Абхазию едем, в Адлер, но все же, мне кажется, вот такие пробки. Ну, я не знаю, из-за чего такие пробки. Не из-за этого. Видишь, обратно-то едут на лан. Да. Просто пробка. Ну вот посмотрите, видите, вся аж прям бордовая. Нет, ну вот тоже вон там показывают. А там пробок нет. Ну вот, смотрите, прям бордовая все. Короче, капец. А у меня еще, ну я сейчас написала там в комментариях из-за интернета самого лучшего. Вместо 40-минутного, там даже с хвостиком, по-моему, 42-43 минуты влог. 10 минут всего лишь опубликовалось. А видео. Да, я такая, блин, я так думала, класс, а сейчас я в виде там 42 минуты опубликую. 44 почти, 43 чем-то. Да? А опубликовалась всего лишь 10 с хвостиком, еще так оборвалась, получается, ну, вот так вот бывает, да, из интернета, тут как-то тут интернет не очень в Сочи. Ну, я решила его не удалять. А просто решила вторую часть уже вечером. Доберемся до компьютера и уже вечером вторую часть опубликую. Там в 30 минут почти, что будет влог больше даже. Потому что влог на самом деле очень интересный, очень. Там гуляли по набережной, в общем, красота. Сегодня, кстати, надели купальники, вчера не надели. Но не знаю, я купаться особо не собиралась, но так, может, ножки помочить. Ну, так, по-бабульскому. Зашла, ножки помочила. Вода грязная. Но вода грязная, но мы в купальниках. Посмотрим, может, хоть позагораем. Мы же в Адлере, наконец-таки. Мы с пробки мы добрались на набережной. И Миланка захотела бургер. И дамскую комнату. Мы еще кушать не хотим, мы попозже в кафе пойдем. А Милана захотела кушать. Мы сейчас закажем бургер. Так, мы идем к пляжу. Миланка кушает бургер, Лики тоже бургер взяли. Нагуляемся, уже потом пойдем в кафе, да, Милан? Милана снова пошла? Да. Натерла ногу вчера в своих новых туфлях. Тухлях. Туфля. В общем, тухли оказались... Они нормальные, но видно, потому что новые, да? Да, просто потому что я не привыкла. В общем, как-то так. Хорошо, что я ношу с собой всегда пластыри. Вчера маме пригодились, сегодня Лики. Хотя вчера я ей сказала, Лик, сделай, ну, приклей пластырь на ногу, новые туфли, чтобы да они... Пластырь. А тебе-то зачем? Чтобы не натер. Лика сказала, не еще надо. Еще в песке все. Аккуратно. Но в итоге она их натерла. Зашли перекусить в кафе. Называется кафе Чикарно. Милана заказала себе вот такой десерт, ледяной кокос. Мне прям очень интересно, что это за такой будет десертик. А вообще выглядит вот так вот все очень даже симпатичненько. А еще здесь ездит робот, и мы потом вам его покажем. Где? А, вот, смотрите, видите? Да, вообще так уютненько очень здесь. Милан, вот смотри, робот едет, видишь?
А что он пустой? Почему нет напитков? Должно быть. Да. А помнишь, я видела где-то напитки, и люди берут, подходят. Да. Это, наверное, что-нибудь типа какая реклама была. Вечер был. Здесь хорошо, он тут нечего. Да, так комфортно, и в то же время так все открыто, да? Что ты там нашла? Рыбки? Красота. Не пираньи, Милана, кто? Милана опять нацепила свои уши. Я смотрела, Варенька, там вот такие зубы у пираньи. О, точно. Но не такие. Идем ручки помоем. Пойдем. О, как красиво. Здесь. Оп. А вот и свет. Да. Витажевская? Ну, конечно, находи. А тут свет. Да нету света вот так. Да, ничего. Подожди, может быть, вот это, подожди. Нету света. Вытирай полотенчиком. Эй, ты чё? Неаккуратно такой. Красивенько тут. Да, необычно это, да? Угу. Красивый дизайн. А еще когда темно, это все светится. Очень красиво. Натуральный шампунь. Надо? Мыло для тела, для рук. Ой, я шампунь не помыла. Ничего себе, тут шампунь. А вот мыло для рук. Мама, я куда? Вот, там. Вот корзина. Вот, макро. Видишь, написано макро. Если в таком платьишке. Да. Полотенце берешь, собираешь. Было. Ну, про это сказала девочка, да? Как красиво. Красиво. Спасибо. Пока. У меня вкусненький салатик с баклажанами и с трачителлой. А у папы Цезарь пиццу заказали. Вика с бабушкой картошечку бэби с селедочкой. А еще Миланку ждет вкусный, красивый десерт. Приятного всем аппетита! И превращается в мусс снег. Какая красота. Это мороженое. Это мороженка? Классно. Пугайчик. Ой, не могу. Она испугалась тебя. Ай! Выкинь, такого да? Эльфа с ушами. Сними уши, собака боится. Да, нет, смотри, безумно не боится. Ой, какой хорошенький щеночек маленький. Аккуратно, держи крепко. Крепко держи, да. Ой, какая прелесть. Она радуется так. Остается порода. Это мальтипул. Ой, сейчас у тебя кофточка. Да ничего не будет с кофточкой. Она не будет по земле. Забирай. Ее только на руках носит. Да? Ой, малышка такая. Сколько рады, тебя дай папку. Погладит. Папе понравится, тоже скажешь, заводим. 14. Любое. Захотелось нам очень мороженого. Пойдем, подножки смотри. Милаш, только аккуратно, оно ледяное. Миланка захотела пойти на детскую площадку все-таки, и мы решили немножко задержаться здесь на площадке детской. Горки разные. Не, вот это прикольно, такой бунгало 5000. Сутки, надеюсь, да? Нет. Бассейнная зона отдельно, это отдельно. Ты, если бунгало, ты бассейном не пользуешься.
Не, вот так вот прикольно, вот такое, а да? Это такой пляжный. Это в Адлере мы, если что, в Адлере. Ну это вот прикольно, день рождения вот столько вот штуки. Да, да, вообще классно. Смотрите, какое течение. А здесь как-то поменьше людей, да, вот хорошо. Ну, видишь, грязь. Да. И море, ну, более чисто, видишь? Прямо да. Здесь. Такой ветер вообще сильный прям вот. Поэтому и течение такое, наверное. Ну, конечно, это вода сильно течет, и поэтому ветер будет такой. Бабушка с Миланкой там на площадке остались. Мы решили сюда пройтись, посмотреть, что тут. Прям холодно. Я вообще, ну, посмотрите, в если видно, прям в мурашках все. Да. Сейчас чуть-чуть Миланка там попрыгает, побегает. Ой, и пойдем уже к машине. Красиво тоже в Адлере. В Сочи. Смотрите, как близко летит самолет. Здесь же в Адлере аэропорт. Где-то там вот как раз приземляется. Видите, как низко. Здесь вот такие вот товары на набережной продают. Разные шляпы для детей, для взрослых. Все как всегда, везде на набережных одно и то же продают, по сути. В одном из предыдущих видео я рассказывала вам про квартиры от группы компаний «Самолет». Все квартиры сдаются под ключ с отделкой. На мой взгляд, это очень удобно. Сразу заезжай, расставляй мебель. Есть, кстати, варианты ипотек от 16 тысяч рублей в месяц. Если вдруг вы пропустили, то я обязательно оставлю ссылочку в описании под видео. Заходите, смотрите интересные предложения, выбирайте для себя по вашему вкусу, по бюджету интересные для вас предложения. А мы сейчас идем гулять, идем по парку Ривьера и идем мы к пляжу. Не знаю, посмотрим, как там у нас море сегодня. Вчера вода была, честно сказать, грязноватая. Но, грязнючая была. Но мы ездили в Адлер, посмотрим, что здесь в Сочи на Ривьере. Честно сказать, пляж Ривьера я не очень люблю. Там очень много людей, нигде не лечь, не присесть никак. Я люблю более такие пляжи отдаленные, где просторно. А мне очень нравится в Сочи пляж Учдере, но мы туда не пойдем. Не поедем, точнее, потому что от бабушки до него это надо ехать или на электричке, или на машине. Но мы в этот раз не поедем, потому что вода прохладная. И грязная. Да, поэтому не поедем, уже гуляем здесь. Вот мне нравится в Сочи пляж Светлана. А там более-менее как-то и пляжи хорошие, и, мне кажется, меньше людей, чем на Ривьере. Особенно если немножко дальше пройти, то, в принципе, неплохо. Васька. Что это за скелетон? За Васька. Что за Васька? С зубами. Ой. Его все называют Васька, я решила не отставать, поэтому это Васька. Это Васька, познакомьтесь, это Васька. Нас обдьют Васька. Он умеет вот. Он умеет идем? Вот так, смотрите. Ничего себе, какой он гибкий. Угу, он еще вот так умеет. Вот так. Магнолии уже практически отцвели, но вот где-то есть вот такие вот бутончики, смотрите. И скоро будут у цветочки. Смотрите, вот такая красивая магнолия. Просто невероятная. Как будто бы искусственный цветок. Ну, супер вообще. Смотрите. Красота. Водичка, конечно. Водичка теплая, купаться можно. Грязно. Смотрите, видите, какая. А вода, кстати, да, достаточно тепленькая. Спокойно купаться уже можно. Да. Ланка мне решила подарить свою панаму. Я ничего не решила. Подарить тебе? Передумала. Это вы вообще-то пользуетесь моей добротой. Передумала. Держи, Вася. Так, все, собираем. Осталось сидеть. Что с этим? Да я домой приду, сделаю тебе. Кто-то говорит, точно. Пойдемте собираемся домой. Кто-то говорит, нет, пойдем, все остаемся. Все дела собираются.
Ну как? Моя не испугалась, дина. Миланка? Она ну страшно? Немножко. Немножко? Она вообще не испугалась, когда съел. А почему у нас не пристёчку?